Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». У нас сегодня хороший повод. Хороший повод собраться нажраться. И нажраться, да? Нажраться на 42 тысячи! 42 тысячи, ребята. Смотри, что мы приготовили. Такая дорада. Вкусная рыба. Рыба, дорада. Рыба. Из Турции. Только ты! Давай. Бокал. За наших подписчиков, за наших зрителей, давай. Все, зафиксировали. Момент взят, да. Ой, мои хорошие, давайте с вами чин-чинкнемся. О, чтоб не последнее, а крайнее. Так, еще, смотрите, у нас сегодня ужин ПП. Все, как вы любите. Где? Все, как вы просили. Смотрите, у нас еще вот такой греческий салат. Вот здесь маслинки, оливки и прочее, сырочком. Хлебушек отрубной. Вот, с утрубями, то есть прям правильный. Вот, рыбка без риса, прошу заметить, видите? Все, рыба без риса. Правильная. Правильно. С перчиком, с лимончиком, вот. И пьем за вас. Ну, здесь, конечно, не самое правильное, но за вас сегодня можно. Скажу, все, как вы любите. И как вы просите. Да, я решила сегодня прислушаться. Мне прям сама судьба предсказала. Да, да. Да. Дай салфетку. Прям так написано. Mm-hmm. Муж, дай салфетку жене. Вот. Будем кушать. Только-только рыбка из прям духовочки. Горяченькая, вкусненькая. Пиши богов. Я какой салат. В общем, мы сегодня на правильном питании. Обожаю такое сочетание. Больше ничего не надо. Сказка. Давно, кстати, у нас не было рыбы. Сейчас дорада-то у нас причисляется к разряду дорогих. Это раньше все кушали. А сейчас дорада — это праздничное блюдо. Очень вкусно она. Вон так все хорошо. Ее приготовил. Молодец. Так, косточка. Без костей никуда. Обожаю рыбу. Просто это вот моя пища. Он сегодня клянчил. Давай мясо. Я говорю, нет, это рыба. А что завтра будем кушать? Не знаю. Завтра зубы на полку. Видишь, как хорошо запеклась. Там сомик есть. Сомик? Есть. Черный. Картошка есть. А я сегодня, может, достану. Завтра, может, что-то приготовим. Там мясо у меня есть еще. Ну, какая рыба. Боже. Немножко соли, немножко белого перца, лимонный сок. Фольгу и духовочку на 40 минут. 180 градусов. Пища богов. В данном случае был лаймовый сок. Угу. Как вкусно. Еще кайф порыться в ней. У нас там еще карасики есть. Что с голоду не помрем. А, блин, их чистить надо. Ролка греем, бохнет. А что ты хочешь? Карасики в грибах, что ли, делают таких? А что? Маринованных. А зачем все? Маринованные. Кушай. Ну, поройся на лоджии, там, по-моему, что-то есть. Если не испортил. Кстати, решили в этом году не будем ничего солить, ничего делать не будем. Потому что наша куча банок осталась с прошлого года. Я не хочу лишнее делать. Вот. Так что на салаты, на все это. Мы, в принципе, не едим вот так вот просто, знаете, в прикуску. Вот некоторые едят соленья, а мы не едим. Мы предпочитаем свежие салаты. Из овощей и так далее. Поэтому не будем делать. А на какие-нибудь салаты, супы, у нас там еще полно. И этих хватит. Еще один год пропустим. Ну, кстати, это будет первый год, когда мы не будем делать засолки.
А до этого, по-моему, каждый год делали. Понемножку, но делали. Ну, когда жив был отец, постоянно, каждый год. Как вкусно. Так, хлебушку взять. Вот этот вот соус. Ой, какая красота. 42 тысячи. Так, глядишь, к концу года 45 будет. Не, ну я надеюсь, побыстрее, конечно. У меня мечта, скажем так, к концу года 50. Красивая цифра. Но вообще, на самом деле, если вы нас не смотрите, тогда лучше не подписывайтесь. Потому что нету смысла. Потому что для Ютуба это не самый хороший результат. Он не любит мертвые души. А если вы нас прям смотрите, любите, и каждый день за нами наблюдаете, то подписывайтесь. А мы за вас поедим. Видите, взаимное сотрудничество. Все, ладно, увлекся. Рыбу. Согласна. Очень вкусно. Все, у меня все чисто. Два окна осталось помыть. Но уже не сегодня. Завтра. Может быть. Уже домой успокоюсь. В принципе, разобрались мы в роботе. Мне, кстати, очень многие написали, что у них тоже есть подобные. Многие написали свои советы, как мы пользуемся. Так, как говорится, спасибо за советы. А вижу, там все выстирало. Что вы? Все. А, да, я все решила постирать. Михаил. Ну, чтобы они это, махрушки с них ушли. Ты их, наверное, разложил просто, да, на подоконнике? Да. Не, вешал же. Я сегодня еще постирал. У нас сегодня воскресенье, у нас уже понедельник. У нас сегодня льготное электричество. Как у нас сегодня постирушки. И короче. Приходится экономить. Такая рыба. А мы что, с тобой сейчас гуляли, да? С Вовчиком гуляли и что-то рыбу унюхали. Где мы? А, вышли из такси. Mm-hmm. Прям рыбу унюхали. Но она там какая-то жареная была на гриле. С перцем. Угу. Так я... Только жарить. Надрез сделал. Угу. Два. Угу. Перцем. И переварить. Угу. Блин, один костя. Вот они какие. С племянницей 17-летней. Обалдеть. Чего только не знаешь про них, американцев. Я дико изменяю, но кости. Да-да-да, тут косточки. Приходится каждое мясо языком проходить. Оно вкусно. Обожаю. Сидишь, уже как семечки. Вроде как. Вкуснятина. Вот видишь, рыба какая. Вот вы, видите, какая у Вована жена хорошая. Вот все есть. И рыбка, и мяско. Все приберегла. Все, и овощи постоянно. Не, нормально живем. Чего ж тут, как говорится, плакать-то. Я просто накатывай. Безумно, что это. А вот бахнешь, и сольешь настроение, поднимайся. Я говорю, Беззубик наш с фанаткой своей встретил. Беззубик? Угу. И чё? Это надо было видеть. Кто фанатка-то?
Кто? Порнозвезда. А у нас есть это? Фанаты? Мужчины порнозвезды. Или хотя бы это, фитнес-модели. Там у меня только напишите, где с вами можно встретиться. А что вы с вами встретите? Он только если вы наш фанат. Я так и быть. С вами сфоткаюсь, возможно, поцелуюсь. Шучу. С вилкой в носу. Может, у нас это порнозвезды тоже есть? Женщина. Ну, я бы тебе тоже подумала. Ну, да, вот это вот. Как там начало? Обсуждение. Интересно, а продолжение было у них? С фанаткой? Встреча. Продолжение встречи. Ну там красивые хоть фанатки. Или так себе? На из этого. Или потрепанную уже. На... Работай. Чего? Измученная, нарзан. Я сейчас сколько? Не помню. На из Саудовской Аравии. Порнозвезда из Саудовской Аравии? Да. Че ты? Она единственная. У них там мусульманская страна. Она сейчас же идет в этом. Ну. США. Ну. Вообще, рай делась там. Странно. У них там это табу там и прочее. Ну, это она уехала оттуда. Обалдеть. Ну, красивый хоть. Фотка-то есть? Здесь. Тут ты сейчас в туалете сидел так долго, а? Да-да-да. Ах ты, понятно. Фотку фаната. Вова, она не твоя фанатка, успокойся. Тебе до таких фанатов еще жрать и жрать, как говорится. Может быть, ты фанатка, а может быть, и нет. Может, просто любовница под видом фанатки. А может, просто. Он же, по-моему, женат. Пиар-ход. Ой, там пиар-ходов, на самом деле. Причем, чем грязнее история, тем она лучше. Беда сезона. О-о-о-о. Пиздец вообще. На ватрушке едут, а в них прям катер врезать. Жизнь. Не катер, а мотоцикл. Водный, да. Муж какой-то. Не заметил, типа, да? Угу. Тут плохо почистили рыбу, честно. Там, походу, вот этот желчный пузырь лопнул. Горьковато. В некоторых моментах? У меня нет. Ну, не знаю. Я специально туда побольше вылил. Не могу. Обожаю рыбу. Моя слабость — сыр, рыба, молочка. Мясо не особо люблю. Я его ем, но так себе. Сейчас так, если выбрать между рыбой и мясом, а рыба? Да, не да. Рассказывай. Не, ну я мясо тоже люблю. Крабы кто ел? Крабы тоже вкусно. С упоением. Ну это когда научилась. Бедный краб. Бедный краб. Колгова, который заживо на гриль клал. Они там пищали, орали. Да, да. Дальше да. Бежать. Он держал и жарил. У нас же видео есть на первом канале. Эх, мы там хейки словили. Это был, наверное, мой первый хейт. Хотя нет, уже второй. Там столько советов давали. Ага. Надо было усыпить сначала. Мне по-разному. Усыпить в водичке со льдом. Чтобы, понимаете, чтобы он не подозревал. Чтобы да, это... что его жарит. Он бы не блин, проснулся бы. Люди садисты вообще. Мы хотя бы просто открыто показали, что его ждет. Там все их так жарили. Mm. Раз и на гриль. Это я вообще не церемонюсь. Так у нас там все пацифисты. Или как там называется? Гуманные. Зеленые все. Все Грета Тунберг. Кстати, фильм вот понравился. Два холма смотрели. Прикольно.
Как про Грету Тунберг. Просто мы написали, что типа все с ними началось. Отказ от мужчин. Далеко как Грета Тунберг. Да, да, да. За экологию там. Никакого. Ну, все должно быть в меру. Знаешь? Все должно быть в меру. И вот это тоже. Ну как? Ты что, съелся? Я думаю, ну это что, меня оставляешь, да? Голову-то. Ну что-то плохо ешь. Знаешь, сколько там еще мяса? На щечках. На щечках? Да. Я ж тебе оставлю. Ладно. Тогда уж. Тогда тебя прощаю. Но салатом своим не поделюсь. Ты не просит. Да я уже вижу, каким взглядом ты на него смотришь. Да, да. Кстати, 42 тысячи. Когда-то я потеряла надежду, что мы вырастем. Нет, почему не кулик? Как за тише едешь, дальше будешь. Многие каналы такое все закрылись. Пропали. Все даже крупные. Там больше 100 тысяч. А мы все еще как лягушки рвем, барахтаемся. Мы непотопляемы. В молоке. Ну что, мне пригорело маленько. Есть такое немножко. Мне тоже. Но с другой стороны, хорошо так поджарилось. Какая она вкусная. А в Турции тоже вот это, дорада. Это, наверное, там как-то называют морской окунь, что-то такое. На гриле. Не надо гриле делать. Так вот дома каждую косточку обсасываешь. А там так порылся, покопался, кусочки мяса собрал. Шел еще взял одну. Ну да. Не наелся, еще взял. А помнишь, мы там по две или по три съели? Две штуки. А, последний день. Наелись. Сейчас что в ночь был рейс. Набедали. По максимуму. Отбивали цены. Ой, мне сейчас страшно писать, сколько Сириус стоит. Вообще, если обычно стёр какая-то средненькая, 150, то Сириус, мне кажется, вообще 10 с лишним. Цены, конечно, очень выросли. Ну, а почему? Цены какие-то большие. В прошлом году, на мой день рождения, на 9 ночей мы ездили за 130 тысяч. Кстати, за 130 тысяч, вот это Сириус. Сейчас 200 с лишним. Доллар тогда был 75, а сейчас он 56 или сколько, 57. В России. И евро упал. Я думаю, как ты любишь говорить, там уже в евро рассчитывать. Просто где справедливость? А путевки не упали, они только выросли. Несмотря на то, что расчет идется в евро. А знаешь почему? Не упали. А потому что у нас сейчас очень многие страны закрыты, они просто спекулируют на этом. И все. Поэтому Турция подняла цену. Так дико. Да и перевозчики тоже. Поднимал цену. Поднимал. Не. Ну, значит, наши борзеют. Это наши борзеют. Идеально. Я в раз глядел. Вы даже скинули нам 20%. Чтобы к ним ехали больше. Потому что сейчас и Таиланд, и это, и прочее. Хоть и на перекладных надо больше ехать. Кстати, у меня видео прошлого года, которое смонтировало там, с Соколой это выложило. Прям вообще поперло. Что называется, ролик попал в тренды. Ну, так вот.
У меня что-то за 2 дня 30 тысяч просмотров на ролике. Прикиньте, ролик минутный. Ну, так вот. Жалко, конечно, это шортс. За шорты особо не плачут. Но если мы наберем 10 миллионов, то мы получим целых от Ютуба сколько? Барабанная дробь. $28. Гуляй, рванина. Да-да-да. Что, все? Съел? Пища богов. Ой, ладно, мои хорошие. Всем огромное спасибо, кто нас смотрит. Спасибо, что вы нас подписываетесь. Спасибо, что вы с нами за дня в день, что с нами кушаете, с нами переживаете, с нами готовите. С нами, не знаю, в богатстве и в бедности, в здоровье и в болезни, в счастье и, как говорится, это. Мы вас очень сильно любим. Спасибо большое, что вы с нами. За вас. Ой, все. Я тут, короче, еще пороюсь. В своей голове и в Баванской. А мы увидимся с вами уже завтра. Всем спасибо. Всем пока-пока. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да.